Зи, дорогие зрители, вас приветствует канал Благородных Сэров. С вами на и связи... Песов. Благородных Песов? Благородных Медведов и Благородных Птиц. С вами, как всегда, сэр Холмс, сэр Валенард. Эй! И Арандор. Привет. И с нами два медведя еще. Они выбрали своего леса и гуляют по дорогам. Да, у нас на повестке дня стоит поиск великого теневого какого-то оленя. Но мы и решили... мы направляемся за ним в высокоствольный лес. Да, ну мы, может быть, сразу туда не полезем. Тут поступало предложение, что надо сначала обшмонать все вокруг здесь, всю локацию. Да. Да, потом уже идти дальше. Тут следы есть, кстати. Большая группа существ недавно прошла по этой территории. Ходят. Так, вниз, наверное. А давайте вот сюда, да, сначала. Ну, там, наверное, тут опарель, тут опарель тоже, да? Смотрите. А в нее можно... Ой, да, ой, можно... подожди, ой, подожди, смотри... стой. Нет, 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 она нет, что-то нет, хочет нет. сказать. Не-не-не-не-не, ты не слышишь... О. Кто там? Капец, Дикин. Голос у него реально как у Растамана. Ты поможешь... Олень... А, это же Дикин. Да. Я здесь вижу оленя, только его не убивается. Ну, ну, нормального оленя, в смысле. Дикин, он принести маленькую статую башни, когда он покидает человеческую деревню, когда нападать гнолы, он будет рад, и он уронит маленькую статую. Ну, что-то не в порядке у него с головой, по-моему, уже. Он просто не умеет. Он у меня, он говорит вообще вот что. Дикин, он забирает статуи башни, когда делает налет на деревню. Когда гнол нападает, он совсем испугайся, и он уронит маленькая статуя. Статуя вся разбита из-за глупый Дикин. Он не может приносить ее назад к хозяину, потому что хозяин сердится на него. Но если Дикин убегает, хозяин сердится еще больше. Вот так. У нас, кстати, почти такой же перевод на этот раз. Ты разбил статую, разве это возможно? Отдай ее нам. Дикин знает, что ты ищешь маленькую статую. Дикин, он даст ее тебе, если ты поможешь ему. Это хорошая идея, да? Ну да. Ну давай, что за квест у тебя? Так. Как я должен тебе помочь? Ты великий человек, герой! Дикин знает это, он наблюдает за тобой. Ты пойдешь и отыщешь старого хозяина Дикина, Тима Фарара. Может быть, ты поговоришь с хозяином, уговоришь его отпустить Дикина. Уговоришь его освободить Дикина. Тогда Дикин даст тебе маленькую разбить статую башни. А что это вообще нам? Это один из артефактов получается? Да. О. Не убивай только. Хочет убить оленя. Не надо. А у него, возможно, есть информация ценная. По-моему, этот олень скрывает химическое оружие, мне кажется. Это олень Хусейн. Так, ты еще разговариваешь с Дикином? Да-да-да, Дикин еще не свободный, Дикин прячется. Ладно. А тем временем олень думает, что мы замаскированные кобальды и мечтаем его съесть. Дикин, так, я не понял. Леса, Дикин даст тебе разбитую статую. Это рептилия пытается нас шантажировать. Дикин полностью доверяет тебе. Так, а что значит статуя разбита? Уронил ее на камень, гномы напугали. Какие гномы? Разбилась, внутри была блестящая штучка, очень красиво. Что за блестящая штучка? Дикин не знает, что за блестящий камень был внутри, честно. Дикин найдет статую и покажет тебе, если ты поможешь ему. Ладно. Ну, да. Так, а куда идти-то, в какую сторону? А, коллеги. Так. Дикин пойдет в человеческую деревню, настолько спрячется, там хорошо, а? Хорошо, ладно. Человеки называют эти места, я не знаю. Так. Ну, короче, на восток он уходит. Я поговорю с тобой, говорит Дорна. Ну, давай. Что такое? Не знаю, чему из того, что говорит этот кобальт, можно верить. Каким бы странным он ни казался, создание его вида обычно служат злу. Ну, какой у нас выбор-то? Не знаю, полагаю, может последовать за ним немного. Но не теряй бдительности, он о драконах рассказывал. Он свои побрякушки так легко не отдаст. А ты имела дело с драконами? Ну не, я слышал несколько историй, источники, наверное, надежные, бла-бла-бла. Почему эта штука интересуется артефактами? Не думаю, что это можно как-то доверять, то, что говорит Дикин. Двигаться дальше надо, говорит, короче. Посмотрим, что будет, давай. Так, тут у нас ничего нету, да? Олен здесь. Кроме Олена. Не думаю, что он будет говорить, конечно. Как-то... Сейчас, может, попробуем так. Че, бесполезный, да? Сейчас, стой.
Руки чешутся уже, оленя пристрелить, да? Ну да, чё-то как-то... Бестолочь рогатая. Ну да, чё-то... А на тебя! Ну вообще... Вдруг это... Твое убийство оленя повлияет на появление того оленя. Не может этого быть, потому что... Он придёт мстить за них. А квест это квест. Ладно, давайте сюда сходим. А медведя-то Валинар, что ли, приручил? Да. Нифига ты жесткий тип. Я говорю, эй, братишка, хочешь хай с нами? Мы убиваем оленей, щупаем останки, трогаем кобальдов. Приманил. И он такой говорит мне. Велосипедом его. Я такой, да, пошли. Так, большая группа существ прошла. Вот тут деревня Блумберг. Жемчужина Сазара какого-то там. Азазара. Севера. Севера, да. Нифига я прочитал. Так, ну надо или к высокому лесу, или в Блумберг, или куда-то еще. Нет, ну сначала тут, наверное, посмотрим. В любом случае. Медведь отстал. Ну и нахрен тебя. Высокий перезал на севере. Перезал. Мне такое ощущение, надо в лес идти. О, большое количество... Так, осталось... Они следуют почти по всем направлениям. Вот уроды. А вот смотрите, здесь эти следы, наверное, от сильного оленя тени написаны. Ну как он определил, что это следы именно оленя тени? На меня кобальт, знахарь нападает. А чё это он? Чё это он нападает? Благословление! Я уже не захотел с ним говорить о боге. О кабальдином боге. Так, ох, нифига! На, лови топор! Еще успел выстрелить, когда уже топор у него был в голове. Ну это чисто рефлекторно уже. Саня убил кобальт, написано. Так, куда налево? Тут какие-то гномы. Гномы? Бык. Где гномы? А, точно. Нифига, а чё они? Здесь мужик. Ой, вот минуточку, так. Ты! Сохранить сможешь? Подожди. Мне тут что-то хочет сказать Дорна. Так, что надо? Давай. Ферма, смотрится знакомо. Возможно, подслушанного мастера Дрогана, одного из его посетителей. Херст, Натан Херст, вот кто тут жил. Я слышала, как он и мастер Дроган о чем-то говорили. Они подробно рассказывали, как сюда добраться. Гномы знают, как распознавать направление, ориентироваться на местности. Это то место. Он тоже карлик? Он не карлик, Дургар. Ну, Дергар, на самом деле. Темный дворф. Серый дворф. Житель глубоких подземелий Дергар, который почему-то не там, где он должен быть. Будь с ним поосторожнее. Глубоко живущий Дергар, который не там. Нетерпимости. Просто сами по себе они склонны к злу от природы. Я не предлагаю сжигать его ферму, просто будь поосторожен. Если Дроган с ним общается, то, наверное, он не такой плохой. Не настолько плох, чтобы повредить нашу миссию, просто поосторожнее с ним. Да ты капец. Я общем, понял. Так. Он... Фармхенд. Фармхенд, ну. Фармхенд. Фармхенды какие-то. Это, знаете, типа скинхеды, только фармхеды. Че, ты быка взял, да, вместо медведя? Да. Капец, блин. Мы как колхозники какие-то, они хотели приключений. Ладно, Натан Хорст, что ты скажешь? Эй, привет, незнакомец, если ты пришел в поисках сокровищ, просто продолжай идти, так как тут тебе будет нелегко проникнуть в наши дома. У Натана Херста дух более жестокий, чем дюжина волков. Типа воняет от него так же, как от дюжины волков. Теперь скажите, кто вы и откуда, я должен это знать, все равно друг вы или враг. Так. Тут, конечно, есть много интересных реплик. Вот, например, ты разве не один из дворфов, который известен как Дергар? А, я буду Дергар хотя бы по имени и роду.
Но моя душа дворфа, простая и чистая. Я был женат на щитовом дворфе. Если она может найти силу, чтобы простить мою расу, то я ожидаю того же от других. О, боже. Но если ты не веришь в это, тогда ты можешь прийти в деревню в Хилтоп и поговорить с моим старым другом Дроганом. Теперь у кого еще есть такая компания, которая за него поручится, скажи. Ну, к слову, я хорошо знаю Дрогана. Теперь я узнал тебя. Что-то в твоем лице казалось незнакомым, но я озабочен своими собственными проблемами, отец. Мы никогда не встречались, но я видел тебя на расстоянии. Дроган меня не упоминал, так как я просил его не говорить обо мне, пока он не попадет в неприятности, подружившись с кем-нибудь того же плана. Как-то ночью, говорит Дорна, около 6 месяцев назад я видел тебя вместе с Дроганом. Вы обсуждали насаждение и сбор урожая, что является бесконечной темой для Дрогана. Ах, Дорна, да, ты прервала один из наших огненных разговоров. Мы как раз говорили о тебе и других людях, а не об аргариях. Аграриях, блин. Дроган думал, что он нашел достойную почву для семян среди вас. Для семян. Тогда добро пожаловать. Ну, знаешь, ты пришел в трудное время, и не ищет меня гостеприимства. Он вообще не в курсе. О, есть девушка, наконец-то умри, пес. Он нашел почву среди вас. Тебя тоже побеспокоили кобальды? Ах, тут были некоторые проблемы с хорошим чучетым народом. Но тут всегда были неприятности с группой тех иных монстров. Мы защищаем то, что наше, и не сильно волнуемся о них. Причина в том, что именно в темное время моя дочь Бекка была похищена. Я не могу покинуть свою беременную жену, которая должна вскоре родить. Ребенок может родиться в любой момент, я клянусь, родиться он будет ходить гигантом на ужин. Когда ребенок родится, он будет ходить гигантом на ужин. Мне хочется кормить гигантом. Пьяный чурбан Рамгут проклянет тот день, когда он пошел на подлость. Чё ты несёшь вообще? Расскажи побольше. Ах, тут есть гигант холмов по имени Рамган. Ромопивец у меня его зовут. А вообще ромовый ствол, ромовая пушка. Принимаем во внимание, что он серьезно пьет. Несмотря на то, что он немного странный, он стал достойным соседом, так как он никогда не связывался с гоблинами. Угу. Сразу чувствуется, тут не так все просто. А вот мне интересно, чем занят вот этот вот фармхенд? Он просто патрулирует участок в 10 метров туда-сюда, туда-сюда. Да, а вот у него своя колодца ходит. Ладно. Пару дней назад я доил коров, когда вдруг я услышал, как кричит моя дочь. А прибежал совершенно вовремя, чтобы видеть, как Рамгат убежал с большим мешком на плечах. Он забрал ее в свою пещеру, которая где-то на холме на западе. Ты бы не хотел помочь моему бедному ребенку? Ну, конечно. Давай. Так, Дроган спал хорошему, молодого парень. Иди на запад, и ты найдешь эту пещеру. На запад. Будь осторожен, видимо, он не самый проверенный напарник, но до сих пор силен, как и все из его рода. Так... Угу. Тут сразу видно, что тут все не так просто. Типа раньше у них нормальные отношения были. Так, а ты ему не рассказал про... Так, нет такого варианта даже. Он сейчас спросит, где там моя дочь. Ты нет, вернулся без девочки. Про Дрогана там все такое. Хочу. Он даже не интересуется делами. Ну можно спросить, наверное. Так, почему ты упомянул Хаунтею? Разве она не человеческая богиня? Так, после все, чем я стал, ну, короче, сменил верование свой. Так, что же имя Натан? Где пещера? Ну, нет тут вообще про Дрогана, ничего особо поговорить нельзя. Че, пойдем в пещеру искать? А че фарм? Он скажет. А, ну понятно. Че он говорит? Ничего, говорит, иди поговори с боссом. Босс. Так, бык старательно бежит. Так, тут медведы. Ой. Тут многоуровневая площадка. Можно ли идти дальше, можно идти вверх. Нет, давай. Но лучше пойти дальше. Не, прикольно сделано. Тут хоть такие же многоуровневые квадратные локации, но они как-то более сделаны грамотно все равно. Вот там внизу мы нашли медведя. От него кровь осталась даже.
Волки! Ворги, так дайте я что-нибудь скастую. Обжигающий свет на ворга. Ой! Чё такое? Бык пал. А, бык пал. Клюв. Ох. Ой, хорош. И со всех сторон. 48 опыта дали за него. Да, так у него, наверное, шкурка там. Тут пещера какая-то есть. Вот, наверное, а, это пещера ромопивца. Ромового гада. Секунду. Там что-то есть. А тут забор. Свободные камни написаны. Свободные. Эти скалы результат маленькой пещеры внутри. Свободные камни. Чё к чему? Камни рампы. Так, отдохнём? Вольные камни. Так, какие у меня есть заклинания вообще? Свет, вызвать существо. Надо не забывать вот делать благословления всякие почаще. Сейчас надо будет... Так, ребят, да. Давайте бафнемся перед входом в пещеру. Давайте. А еще есть бафы какие-то? Ну, я на себя только. Оба. Типа, у кого заклинание круче, да? А что, на Саню скастовал? Да, это у меня специально для Сани. Пошли, там баф что-то есть. Алекс, наверное, пишет. Да. Ой-ой-ой, он сразу тут уже. Пивной негодяй Пеня или что-то напоминающее его. Ромовый гад будет доволен женой, которая умеет готовить. Мне вообще все равно, как она выглядит. Она может быть маленькой, но меня это не волнует, когда она будет готовить. Этот запах. Какой он здоровый. Будем играть осторожно, отец Сукичуку. Да, будем играть осторожно. Эй, ой, что это вы здесь делаете? Ну что, призываем барсуков. Что, не видишь, что ли? А вам не следует быть в моей пещере. Межпланарных. Наверное, вы хотели помочь мне с обедом? Хотите принести сюда жену для меня, чтобы она сейчас приготовить? А, так. Пошел сюда. Вот есть сразу реплика с убеждением. У тебя нет, действительно красивый голос. Нет, и самого молиться не получается. Ладно. Ну я это... Будем льстить, короче, ему. У тебя действительно красивый голос, он привел меня сюда. Неплохо сыграно, говорит. Не прошло. Вам не следует подшучивать над Ромгутом. Моя знает, мой голос звучит, как обрушивающая скала. Придите, или моя станет совсем бешеным. Так вот, смотрит на меня почему-то, я отойду лучше. Давайте прямо скажем. Я пришел сюда, чтобы спасти Бекку. Что? Что-то не так с моей женой? А чего ее нужно спасать? Смотри, как хорошо безопасно в моей клетке. Подождите, вы пытались перехитрить меня, вы хотите забрать у меня жену. Вам не стоит этого делать, из-за этого моя становится очень сердитым. Так. Мочить его короче, надо. Короче, да, есть вариант, вы станете прекрасной парой. Есть вариант, но она же гном. Есть вариант, она же гном, глупец. Или, она же гном, умри, пес. Мне кажется, надо выбирать, она же гном. А я за, она же гном, умри, пес. Ну да, лучше его не провоцировать. Вот. Ну рейтинг написан нереально. Мне кажется, он у нас как, знаешь, как великан из Скайрима просто в стратосферу отправит. Наверное. Ладно, давайте попробуем. Но она же гном. Нет, она просто еще маленькая. Но она вырастет. Когда-нибудь она станет как моя мама. Это же будет большой. Короче, есть вариант. Ты идиот, ты идиот. И вы станете прекрасной парой. Ну, не, реально, а чем отличается вот второй от третьего? Второй, ты идиот, гигант. Третий, ты ведь великан, идиот. Великан и гигант. Ты идиот, идиот. Да, ну ладно, вот. Нет, мне кажется, про пару не стоит. Ну да, тогда он скажет, о, да-да-да, все, идите отсюда. И ну, все, и у нас квест, и сразу мы хаотично. Игра стала окончена. Ну вот, да. Первый самый подходящий. Нет, сейчас она такого роста и больше не вырастет ни на йоту. Я тоже карлик, говорит Дорна. Может, запереть тебя в клетке вместе с женой? Хорошо, помолчим, помолчим. Нет, моя тоже один раз был таким маленьким, когда моя был молод, но потом моя очень быстро подрастал. И опять есть варианты. Ты идиот, ты великан-идиот, и вы будете прекрасны. Ты идиот-идиот, да. Почему-то нет варианта «умри, пес». Ну, наверное, один из них предполагает.
Она ведь ты великан, а она нет. Я отойду подальше, покажу. Нет, я просто большой человек. Она тоже станет большой когда-нибудь. Ты можешь и не стать настолько большим, потому что ты умрешь, прежде чем полностью вырастешь. Он говорит, у твой большой рот, и вообще ты уродец. Да, слушай, у тебя слишком большой рот и уродливое лицо. Ты офигел, что ли, йоу, нига? А ну-ка давай, я вам ее банку сейчас с ядом кину. А у меня тоже есть. Не, давай по-нормальному. Я полностью вырос. Докажи это, я тебя не верю. О, ладно. Тут есть, короче, либо забудь, либо убеждение. Давай. Сейчас готовь банку с ядом. Убеди его. Ну, я бы, честно говоря, бы его завалил, а потом бы включил бы на запись, как, типа, знаешь. Чё? Ну, альтернатива. Ну, ладно. Ты должен доверять мне. Она никогда не сможет стать тебе настоящей женой. Неудача! Опа. Нет, ты не можешь заставить меня разлюбить мою жену. Она великий повар, и теперь уходи, или я брошу тебя в клетку с моей женой. Так, я уже готов класться так. Да, мы готовы. Блин. Тут есть вариант, Рафа... я уйду, есть вариант умри пес, есть вариант, полагаю, ты можешь меня запереть. А, надо... Да, как тогда. Ну, давай. Да как с кобальдами. Запереть, давай. Видимо, мы потом взломаем... Полезайте в клетку, говорит. Полезайте в клетку. А что меня одного-то засунули сюда? Сейчас мы тебя... А вон ты можешь пообщаться с этой... Ну ладно, давай. Я не верю, что ты остался здесь со мной. Че, какая куча? Куча камней сзади, это скорее всего запасной выход. Ну да? Да, ну сейчас могу. Обломки какие-то, да? Слушай, а ты ведь можешь его взять какой-нибудь... Это просто там, типа, что-то должно быть. Ты можешь взять какой-нибудь арбалет и оттуда его мочить из-за стены. Нормально. Ладно, давайте, что скажет нам гномиха. Я не верю, что ты остался здесь со мной. Когда я впервые увидел тебя, я подумал, что ты спаситель наконец пришел, а теперь ты просто еще один голодный рот, а может быть и главное блюдо. Как ты теперь планируешь, что мы выберемся из этого затруднительного положения? Скажи. А, крыса, убей ее, убей! Подожди. Откуда взялась крыса? А, я не знаю, я думал, что камни там были просто частью той пещеры. Никогда не думал проверить. Сначала просто убей крысу. Открой это выход. Ага. Да чё, мне жалко крысу, зачем мне убивать крысу? Ненавижу крысы, они такие грязные, они кусаются, пожалуйста, убей её. Я пойду посмотрю, но я не буду убивать крысу. Я решил поупираться. Я примирюсь с крысой, при возможности мы сможем убежать. Крыса. Крыса на его страхе, когда ты появляешься. Ну, видишь, да, какие они безобидные, несчастные крысы. Она говорит, убей крысу. Ну, уйди, крыса, блин. Я ж тебя реально убью. Умрешь как пес. Да иди отсюда, крыса. Может, не тоже в клетку? Я поговорю с крысой. Подожди. А ты можешь через клетку поговорить с крысой? Нет. Не, слушай, реально, ну-ка попробуй. А вот-вот, все, вот спросил. Чё говорит? Крыса, дрожи страхи. Привет, крыса, откуда ты пришла? Кажется, крыса потрясена твоим присутствием. Ты чувствуешь спокойную, безопасную темноту прохода, который крыса называет домом. Хотя проход и довольно большой, и крыса жила здесь уже много лет и чувствует себя довольно комфортно. Крыса волнуется, что ты здесь, чтобы украсть ее еду от гиганта. Это я его еда. Ой, наконец-то. Наконец-то убегают прочь в вечном поиске еды. О, все, все. Обошлось миром все. Видишь, какие эти хаотичные гномы, говорит, сразу убивай, убивай. Ладно, за грудой камней ты видишь маленький темный проход. Возможный выход, если никто не будет с темноты. Есть вариант взять бегку, пойти в темноту, и есть вариант ничего не делать. К сожалению, нет варианта умри, пес. Хотя он тут неприменим особо. Попробуй выбраться. Может, ну, ты тоже в клетку залезть тогда? Взять бег? Или... Да не, вы можете через парадный вход выйти, собственно. Пошли, бегка. Опа. Вообще предлагаю вернуться и попробовать его убить. Да тебе всех убивать хочется прям. Слушай, а я не смогу влезть обратно? Спасибо, что спас мне жизнь. Я думаю, что я пропаду, когда вышла замуж за этого громилу с огромным животом и мелким умом. А ты что, реально замуж вышла за него, что ли? Что, он вообще дура, что ли? А вам опыт дали или еще нет? Сейчас, нет? Я еще не договорил. Направляешься на ферму моего отца, на востоке, вероятно, он захочет поговорить тебе, дать тебе награду.
На черную. А есть вариант, кто сказал, что ты в безопасности? Недвусмысленно. Встретимся там, ладно. Благородный сер, говорит. Сама ты сер. Благородный сер. Ромопивцу нужна жена. Я думаю, если сейчас мы к нему зайдем, то начнется трэш. Ну, давайте посмотрим. Ну что, попробуем, давай, ладно. Привет. Вы похитили мою жену. О! Нифига себе! Сразу я начинаю убивать его. Ой, он цыпленку убил, господи. Это все легкое ранение было. Да. Нормально он мочит вообще. Ну нет, Саня. Бегай, бегай по кругу. На тебя по кумполу. Саня, о нет, Саня. Я убежал. Ну молодец, оставил нас одного мертвого, другого оставил умирать. Ой, Саня, ты убил. Ну короче, не, нафиг надо. Как бы тут геморроя больше даже, если мы сможем его убить. Ну то сколько за него опыта достаешь? Мне нравится, как Рандор умирает с какими звуками. Ты смеется, умирает, ты смеешься. Ну, торжественный смех такой. Подавился кровью, пока что. Как пес. И умер. Я бы вообще бы вернулся к нему. Я вижу теневого оленя. А, ребята, где? Вон он внизу скотина стоит. Мы должны его убить. Нет, не надо его убивать. Сначала, да. А то опять хаос. Какой ты прям. Вот за тобой надо глаз да глаз нужен. Так нам уже сказали его убить, рога принести. Так, нет, блин, ну с ним поговорить можно, это... но возможно. А то есть типа олень, позволь-ка нам отпилить твои рога? Да. Не, ему же можно объяснить. Идет, если что? Типа великий олень классный. Ему можно объяснить, наверное, по уму, типа, чувак, ты можешь помочь. Че такое? Запись идет, да? Так да. А то я мало не... Не, все норм. Сейчас... Нет, я приду. Вы не сдаёте ещё квест, да? Ну, короче, это... Мы сначала за оленем сходим, потом квест сдадим. Вот так. Сейчас я это дойду. Давай, так, сейчас за кадром. Вот, наконец-то мы все собрались. И... Так. Валенарда первым не пускайте к оленю. Да, сейчас. Стой, Валенард. Филимон. Эти, как правило, покладистые, редкие, дикие, травоядные животные путешествуют в одиночку, не обладают ограниченными способностями к телепортации, которые используют, чтобы убегать от хищников. Так, а сам олень у нас... Чистый белый олень смотрит на вас. Его фигура прямая, его мысли своенравны. Он думает, что стоит и думает об... Чё? Он думает, что стоит и думает об образе, который быстро передается именем олень тени. Здесь, в общем, варианты: олень. Успокойся, я друг, беги, олень тени. И я пес. Нет, охотники близко, и просто уйти. Успокойся, я друг, подожди, мы должны его... Так, олень успокаивается. Усыпить его бдительность. Да, давай, готовь луки и топоры. Я топоры выготовил. Баллистические копья готовлю. Когда, короче, на тебя охотится, опять убегай, потом... Тепло приветствуй оленя, потом напади на него. Тепло приветствуй и напади. Третий вариант: тепло приветствуй оленя и коснись его лба. И коснись. А еще... Подожди. И четвертый вариант: задать вопросы. Лучше издалека начать, тепло поприветствовать, наверное. Да. Нет! Куда он побежал? Офигел. Ах ты пес! Сейчас он тут еще. А там сработали или что? Давай, Валенард, готовь лук, готовь. Нам нужно стрелять сразу же, потому что он телепортируется, скотина, я уверен. Сейчас я вопросы ему задам. Я уже зарядил пучок стрел сразу 15 штук в одну натянул. Он не уверен в том, что ты хочешь, говорит олень. Скажи ему, что нам нужны твои рога уже. Откуда ты пришел? Видение чувства полонили твой разум. Холодные пустыни, населенные варварами, мрачными волками.
такие же, как и существа мифов, которых в действительности никто не видел тысячелетиями. Больше страх больших открытий пространств, где толпы охотников и собак присматриваются к земле. Любовь близких, тени деревьев, защиты и убежищам, которые они предлагают. Бредятина какая-то. Последний самый сильный образ — большое дерево с зеленой энергией, которое оно делится, как ничто, что ты ранее не ощущал. Кстати, напоминает сюжет вот первой, ну, основной игры. А я, помнишь, кстати, вспомнил... там улыбающийся олень, дух леса? Да. А я дух леса встречал во втором, наверное, интервью, в первом аддоне. Там тоже как раз в снегах дерево зеленое и все такое. Так, ладно. Что там еще? Что это было за дерево такое? В мыслях оленя появляется образ дерева. Создание всех видов окружает дерево, осуждается магическим сиянием, чувствуя себя в безопасности и счастливо. Потом дерево становится темным и ломким, и потом создание начинает сражаться друг с другом. Дерево разрушается, и олень более не уверен, где оно. Этот мир в чужом месте, где олень был заключен столетиями. Образ изменяется, олень смотрит на тебя глазами, заполненными водой. Чё, нытик? Олень смотрит на тебя, не понимая твоих вопросов. Для него все создания разделены на тех, кто охотится, и тех, на кого охотится. Блин, медведь вот сверху прям ему хочется спрыгнуть сверху, наверное. Ты видел? Фыркает и брыкается, показывает пятно крови на его копытах. Естественно, это не друг, который немного раздражен. Маленькие рептилии. Чё, блин? Ну, короче, он кобальдов убивал. Так, уже. Так, в общем, либо напасть можно, либо сказать, чтобы он убегал. Я предлагаю сохраниться. На всякий случай. Блин, сейчас мне так жалко его убивать. Так, давайте скажем ему уходить и посмотрим, в какую сторону сдвинется. Ну давай попробуем. Получено Киото 200. В сторону добрый сдвинулись. Так, а если убить? Давай убивать теперь. Так, загружаемся. Ну там я ясен, что будет. Больше опыта дадут, наверное. Там нет не столько опыта, скорее всего, он даст. Ну, я не знаю. Я, конечно, понимаю, что это все существа уникальные, древние, магические олени и все дела, но... Так. Все-таки с другой стороны, там у эльфа умирает жена. Эльф нам предлагает за эту экспу еще что-нибудь. К тому же, так, если говорить... Успокойся, друг, все, вы готовы? Да. Да. Спокойно смотрит на тебя, когда ты направляешься для атаки. Глаза становятся большими и испуганными. Че еще там? Ах ты пес! Умри на тебе! Так ты сохранил, что ли? А это автосохранение. А че, он свалил, что ли? Телепортировался. Ах, а вот вон он! Нифига себе, он дип. Дай ему колдырить! О, все, я. Отступай! Все нормально. Так, 70 очков дали опыта чисто за его смерть. Так, у него, короче, есть рога, лень и сердце. И сердце, нифига. Сердце теневого лень, одно из самых необычных обитателей царств. Ты взял, да? Рога тени. Одно из самых необычных животных. Ну все, да. Ладно, так, нам 70 опыта дали за... А там так, не сдвинулось ничего? Да, посмотри. Да, сейчас посмотрю. Кончается амуниция, написано, 19 топоров осталось. Так. Так, сдвинулся или нет? Я не вижу. Сейчас. Так, оружие. Не, ничего не сдвинулось. Ну как бы тут видите, палка о двух концах. С одной стороны мы убиваем оленя великого, с другой мы помогаем эльфу. Так, вы уже там что ли? Да. Сразу, ну как мне радует просто вариант умри пес, который вообще в любом случае появляется. Просто. У меня есть рога оленя тени. Это рога в самом деле! Однако, разве вы не... Я не смею спросить. Это мой самый удачный день, моя жена будет здорова. Могу ли я получить их, друг мой? Награды. Можно сказать, забудьте об этом, их было чертовски трудно получить, я оставлю их себе. Ну, короче, мы, ребята, убили великое существо, мы не очень довольны, хотим за эту награду хорошую. Это зависит от вознаграждения. Я не уверен, что у меня есть что-нибудь достаточно ценное, чтобы предложить тебе ценнее, чем мой лук. Да. Это волшебный лук, он передается из поколения в поколение, возьми его. Лук — это хорошее начало. Ну ладно, нормально, давай.
Так, опыт это дадут. Он какой-то лук тебе дал? Да. Ух ты, так лук это для меня. О, смотри, опыта больше дали, да? Я должен спешить, молю богов, чтобы не стало слишком поздно. О, сейчас он телепортнется. Так, давай посмотрим, что за лук сразу. Да-да-да, давай, что за лук. Блин, неопределяемый лук. Давай его сюда. Да на-на-на-на-на. Так, Карандар, попробуй его определи сначала. Смотри, какой лук классный. Ух, какой лук. Ну нет, я не могу, да, определить. Ладно, давай его сюда, я сейчас определю в городе. Так хватай, ну, он да, валяется. Ну да, какой-то классный. Так, ну давайте сдадим квест еще гному и пойдем определять луки все. Может я за цыпленком заберу? Ну ладно, давайте пошли. У меня цыпленок остался там. Самый важный член пати, да? Он вдохновляет нас на под. Так, а в какой стороне тут? Так. А вот все, бекка. Ну, если приблизить даже, видно, что у них кожа прям фиолетовая. Черная, темная. Ну что она там? Моя маленькая девочка вернулась ко мне, она рассказывает мне, что я должен благодарить тебя за это. Не думай, что я не понимаю, как тебе трудно это досталось. У меня есть вознаграждение для тебя. Кое-что, что нашел в свои старые приключенческие дни. Примерь это, думаю, тебе будет достойным подарком. Какой-то амулет он мне дал. Определенно. Вы всегда будете приняты в нашем маленьком доме. Если у тебя когда-нибудь будет безопасное место, просто возвращайся, мой друг. Ну-ка, что за амулет? Ну да, по-любому неопределенный. А вы, кстати, не заходили в дом к нему? Нет. Это похоже на скоробей защиты. Естественной брони. Не смогу тебя никогда отблагодарить достаточно. Пошли в дом. Он нам разрешил ходить в него теперь. О, нифига, тут фармхенды у него. Он какой-то... Вы, кстати, осторожно с ограблением. Ну да, воровать лучше не стоит. Это фермаруки? Фермаруки, да. Здесь... Что-то он какой-то, смотри, в капюшоне здесь, прям как бандит. Ты грабить-то и нечего, тут бочка только здесь. Да, давайте я посмотрю, что в бочке. Чё там? Удушливый порошок там. Ну его бросать надо. Не буду брать, наверное. Какая-то Толли тут. А, это жена, наверное. Спасибо, mm-hmm. что вернул жену. Ой, ребенка, то есть. Все. Че наверху? Не, блин, реально как-то очень уютный яддон, да? Тут и подземелье, и склепы сделаны атмосферно, и вот вся вообще местность, и вот эта ферма такая тут уютная, где-то в глуши. У нас, кстати, там еще остался проход неисследованный, вот на самом-самом... А, кстати, севере, да, по-моему. Вон там кобальды-целители всякие. Но вообще, на самом деле, знаете, я думаю, это мы уже в следующей серии туда сходим. Как считаете? Да. Тут довольно много. На втором этаже были? Там заперто, да. С другой стороны причем. Ладно, господа, на этом прекрасном холме мы заканчиваем эту серию. Довольно продуктивные они получаются. Мне прям нравится насыщенность событиями в этом аддоне. В целом события эти не какие-то там сделанные для галочки, реально какие-то истории и все такое. Вот, в общем, спасибо, что были с нами. Канал Благородных Сэров, Благородные Сэры, Рандор. Лайки, подписки. Всем пока.